Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Татьяна. Хочу поделиться с вами радостью. Я была участницей конкурса от мини-фермер на канале Елены. Канал называется «Мой сад воплощения мечты». И заняла в нем первое место. Моим призом стала фитолампа на 36 ватт бикалорная, а также патрон с вилкой и с переключателем, и умная розетка-таймер. Хочу сказать огромное всем спасибо ребятам с мини-фермера, Елене, за предоставленную возможность участия в конкурсах таких и получения таких приятных и нужных призов. Хочу сказать несколько слов о том, какие эмоции захватывали меня в тот момент, когда я узнала, что я стала призером, так как поступали такие комментарии с вопросами, каково себя почувствовать победителем. Розыгрыш проходил довольно-таки уже в позднее время, когда вышло видео, и я его увидела, наверное, оказалась в числе первых, кто его просмотрел. Несомненно, я его ждала, и, дождавшись, уже, можно сказать, спала в одном ботинке, одним глазом смотрела. И, значит, когда был розыгрыш третьих, вторых мест, и, честно говоря, уже собиралась выключить компьютер, как вдруг высвечивается аватар моего канала, и, значит, объявляют: Татьяна Семенова, первое место. Буря непонятных эмоций захватила меня, и, промотав видео еще раз просмотрела, и в моей голове возникла такая мысль: а откроются ли мои ссылки, получу ли я этот приз, так как у многих все-таки не открываются ссылки на соцсети, там, где нужно было сделать репост, и не открываются канал Ютуба с подписками. Вот, с замершим сердцем, значит, я следила за этим, и когда Елена сказала, что все в порядке, все открылось, все есть, просто мое первое слово было: это я, это я. Просто эти слова крутились в голове, и радость, не знаю, всплеск какого-то такого приятного адреналина, радости. И буря, в общем, неописуемых эмоций. Это нужно просто было видеть, так как я человек, который внешне очень редко подает какие-то такие признаки эмоций. Но все хорошо. Несмотря на то, что расстояние здесь совсем ничего, можно преодолеть всего за пару часов, этот подарок полз до меня 7 суток. Вот. Ну, так работает наша почта, ничего с этим не поделать, везде работают люди. И хочу сказать всем огромное спасибо Елене, ребятам с мини-фермером. Очень рада, очень довольна. Буду выращивать свою рассаду. Хочу сказать всем участникам: участвуйте, ребята, все реально. Всего ничего нужно сделать, это быть подписанным на канал, где проходит розыгрыш, дать ссылку в свою соцсеть с этим видео. И быть подписанным на канал ребят, канал мини-фермера. И все в ваших руках. Можете стать обладателем одной из ламп, которые разыгрываются. Также вот этого вот прибора. Кстати, очень удобного. Программируешь, подключаешь в розетку, включаешь в сеть. И не знаешь никаких проблем. Не нужно вставать рано включать, не нужно следить за временем, когда выключать. Все программируется, все делается автоматически, вплоть до минут.
на каждый день, много разных программ. Все будет вам удобно, так как вы хотите. Вот, еще хочу сказать несколько слов. В подарочке, значит, вот такая вот брошюрка. У ребят есть, значит, еще группа ВКонтакте, где также можете подписаться и следить за новостями. Розыгрыш призов проходит каждую пятницу. Там вы можете посмотреть, на каком канале проходит розыгрыш. И, в общем-то, это увеличит ваш шанс на победу. А также ребята высылают карту мини-фермера, где, значит, скидочная карта. Вы становитесь членом клуба, и она вам дает возможность покупать товар со скидкой до 20%. Вот. Как раз в преддверии Нового года еще раз хочу поблагодарить. Всем огромное спасибо. Также я далее принимаю участие в конкурсах с надеждой, что, может быть, я еще что-то выиграю. Прискакивает такая огромная жаба, которая требует еще, хочется еще. Но понимаю, что маловероятно, но надежда есть, учитывая то, что, может быть, повторюсь, никогда в жизни ничего не выигрывала. Очень приятно. Всех благодарю. Всем спасибо и до новых встреч!